12 апреля в 12 часов с водовыпуска номер 112 канала имени Каныша Сатпаева был произведен природоохранный попуск воды. Трудно переоценить важность ежегодных попусков, которые благотворно влияют на жизнь растительного и животного мира степи. Немалую лепту в проведение данного необходимого мероприятия внес советник директора канала имени академика Сатпаева предприятия «Казводхоз» Леонид Баталов. 39 миллионов, значит, где-то в порядке 1,1 миллиарда выделили средств. Значит, этого, конечно, недостаточно. Сегодня добавили где-то в порядке, на второй транш добавили 1,147,8 миллиарда, значит, денег. Это где-то на 41 миллион. Понятна и ситуация, которая сложилась с распределением средств. Экономические трудности связаны с пандемией. Известно, что ежегодно из канала сбрасывается 95-100 миллионов кубометров воды. В этом году объем составил 80 миллионов кубометров. Это комплекс входит экологических мер. То есть, если воду не давать, то эти лиманы все останутся без воды. Это эрозия почвы, это отсутствие растительности, соответственно, экологический баланс меняется. Поэтому это необходимые меры, прежде всего, для сохранения экологического баланса. Вода охватывает не только Кивастузский регион, но и доходит до Ахтугайского района. Отсюда вот воду подали, через двое суток, ну, пускай будет трое суток, да, придет на нулевой ГТС наш. На нулевом ГТСе мы уже готовы, потом на пятый, восьмой, это и Кивастузская сельская зона. После 12-го ГТСа мы отправляем воду в сторону Ахколя, и Ахколь, лиманы, когда набирают воду, дальше мы отправляем в Краснокутский район. Мероприятие направлено не только на охрану природы, но и на увеличение запасов кормов, что способствует росту поголовья скота, а значит, улучшению жизни населения.